«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Болото. Хазлык. Болото Башкирии. Башкортостан хазлыктары. Болото Башкирии. Башкортостан хазлыктары. Несколько болот Башкирии объявлены памятниками природы. Башкортостандың бер нисе хазлыгы табиғат құмартқығы деп иғлан ителді. Несколько болот Башкирии объявлены памятниками природы. Башкортостандың бер нисе хазлыгы табиғат құмартқығы деп иғлан ителді. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».